Православной Церкви, день 70-летия восшествия на Патриарха Престол, преснопоминаемого митрополита Сергия Строгородского. И по всему случаю Патриарх Московский Отец Руси Кирилл направил послание всем верным чадам Русской Православной Церкви, которую владыка митрополит Филарет благословил огласить в нашем кафедральном соборе пред совершением панихиды, которую мы вместе вознесем свои молитвы, за которой по оглашению этого послания. Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, ныне в неделю 11 по Пятидесятнице, которая совпадает с праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, исполняется 70 лет со дня исторического события в жизни Русской Православной Церкви, избрание митрополита Сергия Строгородского на Московский Патриарший Престол. Сегодня мы вспоминаем о том, как в 1943 году, в тяжелые дни Великой Отечественной войны, Господь явил свою неизреченную милость и даровал церкви нашей нового предстоятеля. После блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, прошло почти два десятилетия, в течение которых патриаршая кафедра вдовствовала. Эти годы стали временем небывалых гонений на веру Христову, массового и планомерного уничтожения православных храмов и святых, жесточайших репрессий в отношении духовенства, монашествующих и мирян. Гонители самонадеянно полагали, что отсутствие у Русской Православной Церкви первой иерарха позволит им быстрее осуществить свои богоборческие замыслы. Но в дни страшной войны и тяжелейших испытаний для нашего Отечества злая человеческая воля отступила перед волей Божией и его всеблагим промыслом. Святейший Патриарх Сергий вошел в историю Православной Церкви как человек выдающихся духовных дарований и подвижнического служения. С молодых лет он посвятил свою жизнь церковным, миссионерским и богословским трудам. Будучи патриархом и соблюстителем, он прилагал огромные усилия к тому, чтобы сохранить церковь от уничтожения. Вел бескомпромиссную борьбу с обновленческим расколом, раздиравшим икон Христов. Стремление сохранить единство Русской Церкви и не допустить полного закрытия православных храмов стало основой всех его действий в период гонений. В годы Великой Отечественной войны Святейший Патриарх проявил себя как деятельный патриот. Под его мудрым водительством народ Божий, откликаясь на воззвание первосвятителя, вносил свой не только молитвенный, но и немалый материальный вклад в достижение победы над вероломным врагом. Патриарх Сергий являет нам пример мужества и стойкости, всецелой отдачи себя служению церкви и ближних. В сей знаменательный день призываю всех вас вознести усердные молитвы ко Господу об упокоении преснопоминаемого святейшего патриарха Московского и всея Руси Сергия, вселения к небесу. Душа его во благих водворится, и память его рост его. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, 8 сентября 2013 года, град Москва. Спаси Господи вас.